Добрый день, уважаемые телезрители. В прямом эфире телеканала ТДК-42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. С начала этого года было проведено 11 расширенных заседаний Общественного совета Западно-Казахстанской области. Было рассмотрено 132 вопроса и принято 184 предложения. Об этом сообщил на брифинге в местном филиале службы центральных коммуникаций председатель областного общественного совета Ербол Салыков. Ербол Салыков отметил, что общественный совет создан для реализации государственной программы создания подотчетного населения государства. Новое образование создано при поддержке областного маслихата. Но в отличие от народных избранников, члены общественного совета могут лишь давать рекомендации по работе исполнительных органов. У общественного совета до сих пор нет сайта в интернете и собственного бюджета. В задачу общественного совета входит контроль и обеспечение прозрачности деятельности государственных органов, а также органов местного самоуправления. Председатель общественного совета заявил, что возглавляемый им орган ни в коем случае не дублирует деятельность маслихата. В планах объединения заслушивать не только отчеты по исполнению бюджета, но и участвовать в работе по его формированию. Мы в этом году только рассматривали исполнение бюджета 2015 года. Теперь по вашему вопросу, как мы планируем? Например, нам поступит бюджет, скажем, проект 2017 года, оно будет рассмотрено на соответствующей комиссии заседания общественного совета. Комиссия будет приглашать, я вам ответственно заявляю, всех желающих. Можете вы все, общественные организации, жители, скажем, кто имеет интерес, может поучаствовать, высказать свои предложения и замечания. Стоит отметить, что деятельность общественных советов будет мониториться общественными организациями. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Решить конфликт между сторонами теперь можно с помощью арбитражного суда, который объединил в себе положение двух прежних законов – о третейских судах и международном арбитраже. Суд рассматривает споры как физических, так и юридических лиц, выполняя при этом медиативную роль, то есть соглашение между сторонами. Насколько эффективен новый метод урегулирования споров, обсудили в ходе заседания, участниками которого стали представители областного западно-казахстанского суда и арбитража. Закон об арбитраже начал действовать в Казахстане с апреля текущего года. Он сразу же вызвал интерес общественности, потому как выполняет медиативную функцию, то есть призван разрешать споры между физическими и юридическими лицами. В арбитражном суде могут принимать участие как резиденты, так и нерезиденты республики. Для участия в суде требуется обязательное наличие письменного согласия между сторонами. Срок рассмотрения около 14 дней. Если указанный добровольный срок вторая сторона не исполняет добровольно, то Государственный суд выдает исполнительный лист на основании решения арбитража. Решать возникающие споры с помощью арбитражного суда могут многие, но в большей степени предпочитают те, кто работает в секторе экономики, то есть бизнесмены. Арбитраж является инструментом разрешения споров между компаниями различных государств. Арбитражное разбирательство может проводиться между сторонами, если стороны при достижении соглашений, при заключении договоров предусмотрели арбитражную оговорку, то есть заранее предусмотрели, значит, разрешение споров в арбитражном суде. Арбитражный суд чем отличается? Наверное, меньше ограничений. Только за период текущего года арбитражным судом было рассмотрено порядка 3000 дел. И это объясняется рядом преимуществ суда, говорят специалисты. Это кратчайшие сроки рассмотрения, конфиденциальность и возможность согласования даты и времени спора. Марина Горбук, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Математику уже зачем учить надо, что на ум в порядок приводит. Эти слова Ломоносова еще раз подтверждают важность изучения точных наук. Сегодня на базе Назарбаев интеллектуальной школы города Уральск прошел международный турнир «Математическая регада». Среди команд учителей математики Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангыстауской областей, а также Самарской области Российской Федерации. Международный турнир «Математическая регата» традиционно начался с торжественного открытия, в ходе которого команды представляли себя. Изначально турнир организовывался для учащихся, а уже с 2012 года стал проводиться для учителей. В текущем году этот турнир приобрел статус международного, так как впервые здесь приняли участие команды из Российской Федерации. В преддверии 25-летия празднования независимости Республики Казахстан сегодня на базе Назарбаев интеллектуальной школы проходит международный турнир математики.
Арктическая регата. Турнир проводится с 2012 года. И цель турнира – это соревнование творческих, одаренных преподавателей математики и их поддержка. Турнир проведен в преддверии празднования 25-летия независимости Республики Казахстан управлением образования Западно-Казахстанской области. Целью его является формирование взаимного сотрудничества среди творческих педагогов во исполнении совместного плана управления образования Западно-Казахстанской области и Министерства образования и науки Самарской области Российской Федерации. Главной целью является углубление знаний учителей в решении и практических умений в решении конкретных математических задач. Турнир представляет собой коллективные письменные решения математических задач, состоящих из четырех этапов. При этом время на каждом этапе ограничено, то есть в турнире особую роль играли сплоченность команд и умение оперативно распределять задания. В этот раз в турнире приняли участие две команды учителей из Самарской области Российской Федерации. Мы приехали к вам в гости для принятия участия в международной регате математиков. Привезли две команды из Самарской области. Обе команды настроены очень позитивно. Хотим дать высокую оценку организации проведения данного турнира. И считаю, что такие мероприятия позволяют интегрировать интеллектуальные ресурсы обеих стран и приведут обязательно к наилучшим результатам в развитии образования и Казахстана, и Российской Федерации. Для определения победителей было создано специальное жюри из числа опытных преподавателей и ветеранов педагогического труда. По окончанию турнира победители были награждены ценными призами и благодарственными письмами. Сергей Уланов, Махамбет Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК 42. В 2019 году все школы Казахстана перейдут на систему полиязычия. Пока этот проект в образовательных учреждениях вводится пилотно, но уже дает хорошие результаты. Экспериментально в рамках полиязычия работают 13 уральских школ. Дети изучают предметы естественно-математического цикла на английском языке. В школе вальдорфской ориентации ученики 8 класса на английском языке пытаются изучить математику. Сначала привыкнуть к новым условиям было непросто даже самим учителям. Новшества они восприняли с настороженностью. Но после прохождения обучения в Англии реализовать план стало проще. Да и дети уже привыкают к такой системе. Словарный запас, которым необходимо овладеть, охватывает один предмет. К тому же пока нет необходимости проводить на иностранном языке весь урок. Язык, английский язык, он не является как бы предметом изучения. Он следует параллельно, и получается, что иностранный язык дается детям в их работе, в их учении, и они, получается, у них как бы на математике они начинают уже свои знания применять языка. В скором времени на английском языке будут преподавать химию, физику, биологию и информатику. Учителя-предметники сегодня проходят курсы повышения квалификации. Проблем с кадрами в будущем не возникнет, обещают в городском отделе образования. Овладев новыми знаниями, учителя смогут свободнее работать в школах с разными языками обучения. Учитель в русской школе может спокойно всемирную историю на русском языке в любой казахской школе работать. И наоборот, учитель истории Казахстана может прийти в русскую школу преподавать. То есть говорить, что да, какой-то вот провал будет, нехватка педагогических кадров, наверное, заблаговременно говорить. Над этим тоже мы будем работать. Работа в системе полиязычия в скором времени позволит избавить детей от прохождения дополнительных курсов английского языка. Кроме того, специалисты уверены, что это хорошая возможность поступить в зарубежные вузы. Да и для учителей есть мотивация, надбавка к зарплате. Что касается учебных пособий, то здесь проблем быть не должно, уверяют педагоги. Кроме того, сегодня действует сайт Belimland, где педагоги и ученики смогут найти всю полезную информацию. В дальнейшем планируется включить в систему полиязычия и другие предметы – историю Казахстана на казахском языке и всемирную историю на русском. Повсеместный переход запланирован на 2019 год, но в зависимости от готовности школы могут начать работу в этих условиях и раньше. Марина Горбук, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске обсудили закон о доступе к информации. Необычный тренинг провели для представителей государственных органов, СМИ и членов общественного совета. Целью тренинга стало научить всех участников новым процедурам получения информации и новым формам гражданского участия. Более подробно в следующем материале. В
Первый день тренинга организаторы провели инструктаж представителей государственных органов. Основная цель – это донести до них новую информационную политику, которая выражается в том, чтобы деятельность госорганов была более открытой и прозрачной в своей деятельности, а также подотчетной перед населением. А достичь этого возможно с помощью тех механизмов, которые заложены в законе о доступе к информации. Пока я могу сказать, что госорганы не очень эффективно его применяют и тормозят реализацию этого закона. Не обновляются сайты так, как они должны быть в соответствии с требованиями. Есть постоянные проблемы с ответами на письменные запросы, как от лица журналистов, так и от простого населения. Я сама пишу очень много запросов вот в рамках закона о доступе к информации, поскольку мне интересно, как же закон работает на практике. Могу сказать, что пока работа не удовлетворительная, безусловно, но есть заинтересованность продолжать эту работу, менять ее и делать все, чтобы закон был эффективен на практике. Закон о доступе к информации на сегодняшний день расширяет свои возможности и нацелен на то, чтобы государственная власть по собственной инициативе как можно шире распространяла информацию о принятых решениях и о своей деятельности. Инициаторами закона о доступе к информации были депутаты. С момента его принятия прошел уже год, но тем не менее специалисты признаются, что работает он неэффективно. Это, кстати, также признают государственные органы и в Мажилисе парламента. Также в первый день тренинга членов общественного совета обучили, как активнее реализовывать свои функции и взаимодействовать с органами власти в регионе для решения насущных проблем, а также обсудили закон об общественном совете. Я не скажу, что закон он такой идеальный, который 100% отвечает всем запросам. Вот эти семинары как раз-то проходят в тех целях, чтобы еще раз проявить, обнаружить, какие нужны еще дополнительные средства или возможности, на что нужно обращать внимание, что мы могли бы сейчас, какие дополнительные изменения внести в этот закон. Поэтому вот такая деловая встреча, цель этого семинара. Отдельное внимание нужно уделить интернет-сайтам госучреждений. Их мониторинг проводится ежегодно с целью оценки деятельности, эффективности государственных органов. И надо сказать, что не все сайты соответствуют обязательным требованиям. По результатам первого полугодия 2016 года официальный интернет-ресурс Западной Казахстанской области по трем критериям набрал 10 баллов. Это по сравнению с прошлым годом ухудшилось на 13,5%, если не ошибаюсь, и стоит на 14 месте из 16 местных исполнительных органов. Какие там вот недостатки? Недостатки там основные три критерия. Это вот мобильность, полнота и актуальность. И по мобильной версии 0%. То есть нету мобильной версии интернет-ресурса Акимата Западной Казахстанской области. Специалисты советуют, если вам отказывают в доступе к информации, действия государственных служащих необходимо обжаловать в срочном порядке. Более подробно об этом специалисты расскажут на встрече с представителями гражданского общества, СМИ и гражданских активистов. Состоится она завтра в 10 часов утра в здании партии «Нуротан». Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Жители села Зеленый добираются до пригородного поселка Вплавь на самодельном пароме. Люди с тревогой ждут наступления сильных морозов, тогда им придется перебираться по неокрепшему льду. Строительство долгожданного пешеходного моста уже начато, но его сдадут в эксплуатацию только в 2017 году. Село Зеленое расположено в 8 километрах от Уральска. Населенный пункт отделен от пригородного поселка Мичурино Зеленского района водной преградой – рекой Чиган. Люди уже несколько десятков лет пользуются самодельной переправой. Но чтобы спуститься к ней по крутому берегу, необходимо проявить чудеса эквилибристики. Дорога на самодельный понтон полна различных опасностей, особенно сейчас, вот такой осенне-зимний период. Здесь по утрам или в темноте можно запросто упасть в воду. Но вот, наконец, мы забрались на этот самодельный понтон, и можно отправляться в путь. Можно, можно, пожалуйста. Люди говорят, что больше всего беспокоятся за детей и пожилых людей, которые тоже пользуются опасной переправой. Конечно, опасно, но мне нужно перебраться на другой берег. Это очень тяжело. Здесь скользкие железные ступеньки и деревянный настил, с которого можно упасть в воду. Больше 5 человек не станет?
опасно. И сейчас вот лед станет, и начнется долбежка, вот это вот, люди опаздывают и на работу, и все. А в основном люди откуда куда добираются? Ну, в основном отсюда, с Зеленого, в центральный сюда, на автобусы там все. И в город? И в город, да. А вон куда? Здесь приходит эта обслужка, но она два раза в день всего. И она утром рано и вечером по кружной ездит. 120 тенге. Паромщик отметил, что перевозит людей всего за 20 тенге. При ледоставе паром поставит на прикол. Людям придется добираться по льду. Я бегал в партии на ротан, бегал. Бегал, а как Аким из Мухамбетова, бесполезно было. Он мне сказал, а что ты говорит, бегаешь? Не пишешь, что говорит? Бегает, на Зарбаевой. И будет быстрей. Я написал Дерген Зарбаевой. Она дала ответ за алмаза, бодаство Акима, знаете, там Аким был вот такой. Что вот, в скором времени у вас будет красный мост. А так бы не знаю, когда все это было. Сейчас рядом с переправой строят пешеходный мост. На эти цели из бюджета выделено почти 55 миллионов тенге. Основная работа начнется после того, как на реке образуется лед. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на февраль будущего года. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.